Всем привет! С вами я, Лера Лин, и долгожданная новиночка. Ко мне приехал некронский психомансер, один из представителей 5 школ криптеков. Пришлось его подождать 4 месяца, но ожидание того стоило. Самое обидное, что все в России получили такие миниатюры уже примерно недели 3 или 4, ну а до Сочи все добирается очень долго. Ну вот, наконец-то он у меня появился. Откроем все и посмотрим. В общем, Минька, конечно, выглядит странно, но мне нравятся вот эти части. В общем, я уже предвкушаю, как я это могу покрасить. Обочка, открывайся. В общем, все у нас внутри скромненько, без упаковки, инструкция. Такая маленькая Минька. Получается 4 страницы, даже 5. Как это собрать? Направила вот совсем чуть-чуть. И обычно больше. В общем, клево выглядит. Покрашу я это, конечно, по-своему. Подставка 40 мм. Ну, вот такой один литничек с кусочками. Шланги всякие. Вот эти детали. Подставки цифровые. Прикольно выглядит, всякие манипуляторы. Какой посох роскошный. Отлично выглядит. Ну вот это вот все из кусочков собирать. 27 деталей, 28. И всего-то такая небольшая минька. 28 деталей. Неплохо. В общем, побудем трумоделистами. Пособираем эту красоту. Всем спасибо за внимание. До встречи!